Я делал, один барабан, бей барабан, буди всех. Вот так, дум-дум-дум, ты раньше делал или еще рано? В лагере, главное сюда прибежать и отметиться. 3 минуты до старта, ребята. Дядя Вадя. Вот, сейчас проверим, да? Петро! Давай, брат. Давай. Че, как, поспал? Да. Я не спал, как обычно. Нет сети, блядь. Нормально, сейчас включится. 2 минуты. Половина шетелді адамдар, жігіттер қараңызды. Жер дүние жүзінен келет жүгіру үшін. Со всех стран мира бегуны. Отчет. С 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, давай, комики. Давайте удачи всем, ребята. Кеттік, кеттік. Бысымыла рахмат рахым. Жолымыз берсін, Құдай. Берсін, берсін. Аха. Абайлаңыз, Болатаға. Ребята, не топим. Не 100 метров бежим. Ура. 99 километров осталось. Луна нас провожает, смотрите. Луна. Кайф. Всего 99 километров осталось. Вот по таким горочкам идем с братом. Вот красоты. Шикарные. Вот туда. Бежим. Вон луна. Там солнце. Красота. Осталось 94 километра. Вот. Бежим, кайфуем.
получаем удовольствие от каждого километра. Так. Пока есть силы, снимаю вон городок стартовый. Сейчас побегут 50 километров. В 6 утра старт. Им еще 15 минут до старта. Сейчас 5:45. Вот. Красота какая. Погромче! Ай, молодец, Василий. Да, видео, пожалуйста. Еха! Молодец, Василий. Ой, спасибо, брат. Спасибо вам. Ай, красота. Шикарно. Вот такие коровы нас встречают волонтеры. Болельщики. Ну! Фантастическая красота. Природа. Просто загляденье. И мы тут с Галымжаном кайфуем. Галымжа, как самочувствие? О, кайфует Галымжан тоже. Классно. Музыки не хватает. О, в степи. Степь одна музыка. Кузнечики, птички. Дыхание степи утреннее, утреннее, вообще просто фантастическое. Запах полыни непередаваем, ребята. Кайфуйте, выезжайте на природу. Вана Джусан Исе, Бурхураптор Джигитер. Рахатала Саздар, Джигурнгзер. Это Ханда Керемет. Вот мой любимый друг Чингиз бежит. Я обязательно должен это сделать, 100 километров. Мади, да, ты сможешь. Да, рахмет, брат. Давай, мы всегда с собой вместе делаем. Нет, я всегда один. 70? Чингиз красавчик. Позитив. Позитив. Мади лучше. Рахмет. Ладно, пойдем. Давай, давай, давай. Да, бежим. На спусках бежим. Лясы потом тащить будем. Еще 93 километра впереди. Осталось всего лишь, да? 92 уже. 92 всего лишь осталось километра. А нет, 93, все правильно. Извините, обманул. Вот такое. По руслу реки бежим. С колючками, кустами, по песку. Капец, короче. Ветки как веником в бане бьют. Выбежали. Вот бежим среди колючек. Вот Муратага. Ребята. Вот такие препятствия. Колючки. Речки. Вот эти колючки капец острые. Здесь бегом не назовешь. Ах, колет больно. Ё-моё, кто такую дорогу проложил среди колючек? Поиздеваться решили. Ага. Да-да. Чтоб на всю жизнь запомнили. Вот выбежали с колючек. Все будет, колючки будет, все здесь будет. Вот в прошлом году по вот этому каньону мы шли. В этом году облегчили чуть-чуть. По горке идем. Но здесь тоже опасно, аккуратно надо. Да, упал. Да. Да. Вот, грязи. Проходим вот такие
речки, скалы. Короче говоря, приключения. Вот. Обычно, когда здесь ждешь, вообще хана, в грязи бежишь. Вот, видите? Вот. Потихоньку догоняем. Потихоньку толпой бежим. Вот, теперь бежим по вот таким пескам. Вот. Видите, разный маршрут. Каньоны, спуски, степи, пески. Вот, бежим Галмжан. Как зовут еще раз? Николай. Николай. Мадияр. Мади. Кайфуем, короче. Еще 85 километров кайфовать. Камшат. Вот. Осет. Осеке твоя ученица. Молодец, Камшат. Жазн еще, Камшат. Сколько? Вот сёрт. Ой, молодец. Умница. Давай, сатылик. Камшат, болеем за тебя. Давай, алга. Вот поющие барханы, ребята. Барханы бежим. Восемнадцать пробежали. Осталось 82 километра. Вот бегим, бежим по такой пустыне. Ребята сзади. По таким степям. Холмам. Красота. Давайте. Мурат ага тащится. Еще 82 километра тащится. Удовольствие неописуемое. Мы кайфуем всегда. Тебя как зовут? Айдын. Айдын, вот 120 километров Каппадокию пробежал. Вот, идем по барханам с набором 3800. Так что он говорит, сегодня кайфуем. Стошка как 10 километров. Ой, смотрите, какая красота. Пески и зеленое поле, смотрите. Вообще шикарно. Че, брат, откуда? Из России. О, второй россиянин. Давай, красава. Молодец. 50 километров Россия топит. Одни сильнейшие приехали. Вот убежали. Не в ту степь. 3 километра лишние убежали. К 100 километрам будут 3 плюс. 103 будет. Все толпа убежала не туда. Заблудились. Разметку потеряли. О, пацаны бегут все. Как один говорят, один козел побежал, да. Остальные бараны за ним побежали. Никто не хочет ни телефон смотреть. Да. Уже это называется усталость. Бдительность теряется. Мозги не хотят работать. О. Эй! Эй! Сюда, сюда, сюда! Сюда! Осталось 65 километров. Убежали не в ту сеть, короче, по отметке. И вот, короче, прибежали сюда. Жесть. 35 км позади. Осталось 65 километров. Вот. Целая бригада бежит. Вот так. Вот такие здесь места мощные. Вот такое красивое место. По оврагу бежим. Вот ползем по горе вверх. И вот черепаха. И вот она нам напоминает нас, как мы ползем. 36-й, 37-й километр по горе. Ё-моё. Еще 65 километров. Фух. Капец, жесть. Еще не туда убежали мы. 2-3 километра. Жесть. Вот бежим
40-й километр, братан екеміз. Атыңыз кім? Жансерік. Жансерік, міне. Жансерік екеміз жүгіріп бара жатырмыз. Қырқыншы. 60 километр қалды. 60 километр қалды, жігіттер. 60 километр, 40 километр ұрдық. Ол кішкене қалды. Рахат. 58-й километр. Осталось 42 километра. О, какой красава. Капец, жесть. Жесть. Слов нету. Сейчас еще три горы будем подниматься. Вот такие. Три подъема. Спуск, подъем, спуск, подъем. Три горы. Самое сложное. Вот крепость. Ой, рахмет. Вот. Вдвоем. Поддержка. Друг друга поддерживаем. Ай. Так, 60-й километр. Вот такие горы. Подъем. Это первые горы. Короче, бегом не назовешь здесь, ребята. Вот. Жесть просто. Еще плюс жара. Так боялся жара, что будет. Ой, ребята. Осталось 40 километров минимум. Ребята, 100 километров едут. Да здесь ехать невозможно, ё-моё. Подъем крутой, спуск крутой. Вот, или... А? Да, песок, щебень здесь. Вот Агашка. Агашка, сколько вам лет? Да. Вот 64, ребята. Берите пример. 100 км идет. Бежит. Обогнал нас, молодых. Да, привет. Че, Сошку едете? Да. Молодцы, аккуратно. Надо было спускаться, да? Надо чуть выше там. Да. Спасибо. Чуть-чуть до пункта питания, говорит. Жесть. Здесь даже на велике спускаться опасно. Не то, что идти. То есть, наоборот, на велике еще опаснее. Молодцы. Спасибо. Аккуратно. Аккуратно убьешься. Не вздумай. Лучше пешком. Пешком, пешком здесь чуть-чуть. Да ты чё? Ну, красавчик, давай, ладно, удачи. Ну, а чё ты едешь дальше? Убиться дальше хочешь? А, понятно. Сотка, у вас тоже сотка, да? Ага. Давай, удачи тоже. Да, рахмет. Просто жесть подъем, ребята. 60-й километр. Даже идти невозможно. А вот туда посмотрите, какая красота. Просто фантастический вид, ребята. Камера не передаст этой красоты. Или мечтаю, когда прибегу и искупаюсь в этой прохладной реке Или. Жесть. Петер. Наша Мадина Батыркыз. Вот, ребята. 100 км на вело. Вот по таким спускам, ребята. Просто жесть. Удачи. По второй круг, да? Да. Все, давай, молодец. Все, давайте. Давай, пока. Давай. Ребята, просто жесть. Да. Очень опасно. Ребята, вот спасающий пункт питания был. Это просто жесть. Самый лучший пункт питания. Смотрите, ребята, огурцы. Сыр, огурцы. Капец. Просто нереально. Самая лучшая тема. У нас же соли много теряется. Вот сыр, огурцы. Просто кайф. Ай, ё-моё. Жесть. Вот пробегаем. Ой, ё-моё. Пробегаем. Базу ЧС тренировочную. Спас, да? Да, да, КАС. КАС Спас называется.
Вот здесь тренируются МЧСники. У нас 66 километр. Осталось где-то 35 километров. Вот. Ребята, жесть, жара бешеная. Капец. Вот река Или. Шикарно. Вот Каспас. Вот сейчас эту гору будем, на эту гору подниматься. Вот до вышки. Вон где вышка стоит. Самая жесткая подъем. Здесь, короче, километр идешь 20 минут, если не больше. Самый сложный подъем. 67-68 километр. Представьте, еще вверх идти. А потом спускаться также. Потом опять еще один подъем будет. Ой, пожелайте удачи, ребята, нам. Ага. Вот. Поднимаемся. До половины только дошли. Горы. 67 километр. Вот спуск, у вас, знаете, какой? Капец. Вот Агашка с нами. 62 года, братан. 64. А? 64. О, 64. О, я думал, вам 54, ё-моё. Красава, братан. Вот, ребята, берите пример. Да. Атынскым, ага. А? Атынскым. Тамерлан. Тамерлан. О, Тимур. Красава, братан. Дай бог нам тоже так, как вы, бегать. 30 тысяч лет парня, похоже, течет. Вот, ребята. Вот эти. Вот, с Ташкента парень пришел, приехал специально пробежать 100 километров. Тебя как зовут? Санжар. Санжар? Вот, Санжар, у нас тоже такое имя казахское. Красавчик, молодец. Чуть-чуть осталось, брат. Давай. Потихоньку. Да, давай с нами потихоньку. Красота. Санжар, давай, не отставай, потихоньку. Да, группу легче будет. Да, разговаривай с нами и все. Легче будет подниматься. Вот, смотрите, вон девушка сидит. Вот палдым. А, сенің мотиваторың ғой. Куып жеттің ғой ана қызғалтақты. Қызғалтақ. Аты қызғалтақ. Мак. Мак деген қызғалтақ, да? Вот. Молодец, девчонка. 100 км бежит. Вот видите, какая гора, подъем сложный. Уже все. А, давай. Ага. Санжар қалды. Нескончаемая гора. Африка, под 35, под 40 градусов, наверное. Духота была. Здесь хоть ветер. Классно. Капец. Вон оттуда прибежали. Просто капец, ребята. Волшебная река Или. Смотрите, какая красота. Просто фантастический вид. Слов нету. Вон оттуда мы прибежали. С 5 утра бегаем. Даже не видно, откуда мы бегали. Вот вышка. Долгожданная вышка. Чуть-чуть осталось. Жигитер, ура! Ура, Жигитер! Вот вышка. Ё-моё! Вообще. Все сжёг, Жигитер. Капец. Просто жесть. Ай, кошмар. Вот смотрите, какие у нас каньоны. Вот река где течет. Здесь мамонты ходили в древние времена. И мы бегаем. Эти. Смотрите, какая красота. Уф, кельдык-па. 68 километр. Опять степь. Опять бесконечная степь. Просто капец. Вот 70 км пробегаем. Сейчас опять спуск туда и вниз, и потом опять подъем. Короче, издевательство. Полное. Садомаза.
просто жопа. По таким спускаться нормально, сейчас подниматься по ней опять. 70-й, 70 плюс пошло, 71, 72 километр. Просто капец. Ух. Нескончаемый подъем. Песчаный. 20% подъем, сука. 20% подъем. Просто жесть. Самая тяжелая гонка, которую я когда-либо бегал. Даже Ирбис отдыхает по сравнению с этим. Ребята, жесть, не бегайте. Никогда не бегайте эту гонку нахрен. 72 километр. Уф. Идем больше получаса. Нескончаемый подъем. Просто жесть, ребята. 74 километр. Опять степь нескончаемая. До пункта питания еще 2 километра. 2-3 километра, еще 3 километра. Вот. Ребята, жесть. Если раньше говорил, как прекрасен этот бег, как это, какой кайф. Я сейчас так не говорю, ребята. Ну и нафиг. Не бегайте, ребята. Это просто садомаза. У меня слов нету, одни эмоции. Извините, ребята, за непозитив. О, черепаха, ребята. 76-й километр. Давай, 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 марафонец. Марафонец, ой, давай, молодец. Красавчик. Это мне. Джигитер. Вот красавцы. Настоящие джигиты. Вот 79-й километр. Подбегаем к солнечным панелям. Вот последняя точка питания. Все отсюда назад 24 километра. Просто жесть. Ух. Капец. Трудно. Так, 92-й. Да-да. 92-й километр. Посмотрите, солнце садится, ребята. Красота. Такое в городе не увидишь. Классно. Шикарно. Вот, идем. Осталось 8 километров. Красота на улице. Солнце село. Осталось 8 километров. 92 позади. Где-то около 8 километров. Бегу. Идеально сейчас. Прохладно. До этого была жара целый день. Ребята, гонка просто жесть. Планировал уложиться 14 часов. Никакой. Какой там 14? Уже получается 8.15. Получается 12. С 5 до 8. Уже 15 часов бегу. Короче, жесть. Очень тяжелая трасса. Подъемы, спуски, барханы. Просто жесть, ребята. Ну, что радует. Ноги движутся. Еще бежать могу. Это получается 90 километров, еще бежать могу, представляете? Это радует. Ребята, у меня настроение поднимается. Лето, жару просто, просто нереально было. Настроение упало. Воды, вода выпивается тоннами. И все равно всю дорогу брызгают водой из брызгалок. Выли где-то 2 раза или 3 раза тоже обливался. Просто, просто капец. Как всегда, бегу и говорю, больше не буду бегать. Ну, так думаю, все, столько мы больше не побегу.
вот эти 100 км с набором 1700, ребята, есть же барханы, сами знаете, пески, степи, горы, подъемы, приравниваются как минимум, я так думаю, 130-140 километров, наверное. Потому что, сами подумайте, такое время бежим, идем, ползем. Миллион черепах на этом поле. Вот. Целый день черепах видел, миллион просто. Классные такие динозавры маленькие, да, исторические. Сейчас будем включать фонарики, потому что все темнеет. 9 будет темно. Вот. Все, всем здоровья, ребята. Удачи. Бегайте. Ну, в удовольствие. Такие дистанции не стоят. Ноги, мозоли. Все в песках. Раз 20 вытряхивал кроссовки. Все сгорело. Ноги. Смотрите, как сгорели. Просто жесть. Руки сгорели. Шея. Вот. А? Нет, я видео снимаю. Впечатления свои записываю. Гонка просто жесть. Но запах, конечно, в степи шикарный. А? Запах полыни, запах травы, природа. Да, запах победы. Фантастика. Тебя как зовут? Макс. Макс? Ага. А, Мадьер, очень приятно. Вот, столько знакомых. Со всего мира ребята здесь бегут. Вот. С Южной Африки бежали. Ой, опять подъем. Вот идем по каньону, который опасно, уже темно. Вот, представляете, какие камни. Вот. Вот какие клыбы здесь. Ноги не слушаются. Осталось совсем чуть-чуть. Еще часа полтора. Таким темпом, походу. Вот такие маячки. Вон спереди. По маячкам идем. Без фонаря. Фонарь был обязательным условием на участие. Без фонаря. Не сквал. Вот видите, ребята. Кто не берет фонарь, вот, пожалуйста. Это не просто так. Это выживание. Без фонаря попробуйте, пройдите здесь. Часа два. Можно не то, что ноги ушатать. Сломать можно. Упасть, подвернуть. Вот такие глыбы, такие горы. В каньоне идем. Вот. Осталось 3 километра, 97 километров. Вот. Жан-Серик, Илья, Макс. Выжившие. Фильм, знаете же, выжившие. Вот мы. Вон, Илья хромает. У меня все волдыри на ногах полопались. Тоже. Да. Просто жесть. Осталось 3 километра где-то. Да. Что самое классное? Прохладно. Ой, финиш, ребята. У меня мурашки идут, ребята. Мурашки идут. Давай, давай, давай. Ребята. Что да? Да, да, да. Давайте, давайте, теперь. Ребята. Ура! Ура! Давай, 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 давай! Ура! Давай, Мади! Мади, Мади! Ребята, на свет! На свет! Давай, давай, давай! Бегу, все! Давай, ура! Ура! Ура, ребята! Да. Ребята, ура!
Короны, я с орбиты бежал. Я, ребята, это же. Поздравляем. Да, откажемся. Давай. Макс, Макс. Макс, пошли. Макс, спасибо, ребята, за поддержку. Это жесть. Это хорошо. Качает. Барс! Ой, ребята! Мы только вас и ждем. Макс, 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 пожалуйста. Ребята, вот какая атмосфера на Тенгри. Мы прибежали прямо на праздник. Да, да, спасибо. Это жесть просто, просто садомаза. Просто вообще, оказывается, сложно. Ребята, смотрите, какой праздник. Офигеть. Все, смотрите, ребята. Вот, ребята, столько мы! Костер! Спасибо, спасибо! А, жесть, Агирим! Больше никогда в жизни, да? Да, никогда. Ой, телешелка опять выглядит! Ракет! Поздравляю тебя! Ты прошел? Да, да, да. Я переживал, честно. Сделал это, да? Вот, ребят, посмотрите, какие ноги. После 100 км. В волдырях. Видели волдырь? Волдыри, смотрите, какие. Офигеть. Это вот 100 км. Сейчас будем в Или купаться. Вот Или, видите, река. Надо восстанавливать ноги. Холодно еще. Ну как-то сиди на колено. Бля, колено выстрел.